Здравия желаю. Итак, начинаем опыты с гибридными системами. Сегодня пришла панель, и я начал опыты. Первый опыт. Значит, что я сделал? Сейчас покажу. Значит, вот панелька, вот она, освещается лампочкой. Эти панелька на 30 ватт. Лампочка, значит, 5,5 ватт. Я ее померил, она берет 4,6 всего. То есть 4,6. А что тут? А вот эти провода с панельки. А на выходе у нас 14,57. А у ней максимально 18 на 30 ватт. Но я специально положил ящик, чтобы свет не влиял. Дневной свет. Смысл в том, чтобы и ночью черпать энергию посредством лампочки. То есть вот такие лампочки, вот лампочки, между прочим, лампочки. Вот это на 5, она ярче горит, у меня вот на 10 я попробовал, никакого толку. То есть тоже надо подбирать. Ледовские, они тоже по-разному горят. А тут надо поярче, чтобы было. Чем меньше, значит, потребляет, поменьше потребляет, и ярче светит. Есть сейчас такие. Вот я сегодня купил на базаре. Вот она лучше, вот на 5,5 больше дает, чем вот та на 10 сверху. Значит, 14,58, 57 выход. Это значит, у нас выходит 18, это у нас полная мощность. 18. А у нас разделим на 14,57. 1,23. А теперь 30 разделим на 1,23. 24, видите? 24 ватта выход. А берет 4,6. Разделим на 4,6. 500% уже, это первый день. Завтра я сейчас просто так. Завтра я подберу нагрузку. Еще проверим под нагрузкой это все. Вот. А в дальнейшем буду, значит, подбирать такие лампочки, чтобы вообще энергию не брать, вот как вчера подбирал. То есть делать гибридную. То есть это, значит, первый опыт. Пока все сырое, но уже есть обнадеживающий результат, что, значит, 500% КПД даже в таком варианте. Вот. То есть я думаю, что это дело еще пройдет месяц-два, пока это все опыты проведу. И сделаем уже, как говорится, чтобы вообще она не брала, панелька, а и в то же время и ночью давала ток. То есть сделаем гибридный БТГ. Спасибо за внимание. Значит, ждите дальнейших опытов. Всем желаю здоровья, счастья, успехов в труде и обороне. Исполнение всех желаний и, главное, верить в свою удачу, и тогда она придет.